К сожалению, бывает, человек и не пропадает, а та связь, которая между вами была, куда-то исчезает. Я не буду сейчас анализировать все. На это есть учебники по психологии и прочая фигня. На это есть родители, которые, если живут вместе, они вам подскажут, как надо быть. Но все-таки это происходит. Как бы не подстраховывался. Очень похоже на казино или лотерею. Ну что ты, братишка, кричи? Один раз залито в груди, не можешь никого не бить. Сука, не хочется жить, на мире столько добра, на мире столько бабла. Ты думаешь, ты одна, и спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, конечно, может быть со мной, но только не с ней. Сколько потерянных лет, обиды прожигает кровь на поле семьи. Ничего, потерпи месяцок, я это сам не по рассказу знаю, что скоро твой любимый напилет. В твоих глазах станет обычной тварью. Спасибо, братан.